Доброго всем дня. Сегодня, кажется, 5 августа. Я совсем запуталась в днях. Это канал Рослов о любви к розам. Сильно большого опыта у меня нету в розоводстве. Я приобретаю его вместе со своим садом по мере того, как сад развивается. Вот вроде бы хотела просто пройти посмотреть, но вы меня поймете, нельзя мимо них пройти и не запечатлеть. Вчера еще дафна была менее раскрыта, сегодня уже открыла, все больше и больше открывает свои цветы. Вот эта веточка вообще такая красивая на переднем плане, просто не оторваться от нее. Герцогиня Кристиана, я просто не знаю, мне уже казалось, она должна отцвести. Где она берет эти бутоны? Это все цветет базальный побег. Где она их берет, я не знаю. Все цветет и цветет. Дафна имеет очень приятный аромат. Казалось бы, такой цветок, как прям пластиковый, фарфоровый. Но нет, у нее приятный аромат еще присутствует. Тилюлиншпигель, вот. Красавчик стоит и не спешит он цветок открывать. Вот такой вот кружочек держит, ягодку такую, вишенку. Красавец просто. И бутон черно-красный сейчас цвет просто обалденно передается. Вот он такой и есть. Это впервые, когда красный цвет передается таким, какой он есть. Шикарная троица. Просто. Просто. Кенская. Вот она. Держит она цветок прекрасно. Тогда попадали у нее цветы после ливня, я так и говорила. А так она прекрасно держит свой цветок. Просто вот они уже доцветают, это еще позавчера, по-моему, открылось. Сейчас очень жарко у нас, цветы держатся, ну, дня три, наверное, даже не четыре. И это розе первый год. Потенциал, я так понимаю, ну, просто сумасшедший у нее. Это будет красота. Здесь редкий гость, это вот айсфогель так цветет. Больше сейчас персикового, чем лилового. Цветочек только сегодня открылся. Может, еще как-то вот покажет себя. Ну, бутонов я пока не вижу. А есть только маленький-маленький. Но он здесь под абрикосы. Но я знала, что он печется на солнце, может печься. Поэтому посадила в паутинь. The Prince набирает, потихонечку открывает по цветочку и скоро весь распустится. Вот где аромат. Боже, как я люблю, как он пахнет. Очень ароматная роза. Очень-очень густой запах такой. Тяжелый, вкусный. Абрахам Дерби. Тоже во второе цветение цветет такими чашечками. Но цветок у меня небольшой. Вот какой цветочек. Хотя в первое цветение было больше, это правда. Очень ароматный. Ну, распускает по цветочку. Я пробираюсь вообще-то вот сюда. Я вышла. Это вот мои сиамские близнецы, чтобы запечатлеть. Сейчас покажу, что. Ну, во-первых, вот. Я пока что... Я не определилась все-таки, что это за сорт. Я напомню, что это пересорт. Тут должна была быть Констанс Остина. А пришла двухпрививочная роза, которая вот... Одна ветка цветет белыми цветочками кремовыми, а вторая ветка, вот вторая часть прививки, цветет вот такими цветами. Я назвала сиамские близнецы, ну так по сути и есть. Пока что я не поняла, корона ли это японская, либо коралл рива. Похоже и на то, и на другое. Но мне нравится, я коралловые цветы очень люблю, они такие свеженькие всегда. Вот с такой пуговки распускается вот такая красота. Зацвела моя любимая вредика, тоже первый годик только. Цветочки не такие, как в первое цветение, большие тоже. Ну, второе цветение, как правило, все цветы поменьше бывают. Но не менее ароматные, вот такой. Это японская флорибунда, эвредика. Нежная, с холодным таким розовым оттенком.
немножко в сиреневатый уходит. Вон там Шекспир мой мучается, я думаю, буду его пересаживать. И надо сказать, что вот в таком плачевном состоянии дельфиниум белый мой, большой, красивый. Не знаю, даже не знаю, что это с ним от дождей. Но что-то надо как-то предпринимать, потому что я смотрю, что он погибает. Болеет, листья скрутил. Надо обрабатывать. Ну вот, эвритика. Эвритика. Но больше всего я обрадовалась вот этому. Я думаю, все знают, что это за роза. Потому что обычно у всех, у многих она в хотелочках. Боже, какая она красивая. Это Джульетта Остина. Все знают, я, ну, большинство, скажем так, розоводов. Кто попал в струю, так сказать, знают эту розу. Просто красавица. У меня слов нету. Я когда увидела эти чашечки... Ау! Иду сейчас! Ребенок изображает. В общем, вот такая она красавица. Ее я и хотела снять, в принципе. Пошла спасать ребенка с дерева. Я сниму ее отдельно, потому что это просто что-то великолепное. Все, всем добра.